вами находится символ тирании. Тюрьма Блэкгейт, где многие тысячи жестоко истязались по вине этого человека. Харви Дента, которого вам представили не иначе, как ярчайший пример правосудия. Мы будем скрываться, пока вы не окажетесь перед телекамерами. Вам подсунули ложного идола, чтобы помешать вам разрушить этот коррумпированный город. Позвольте мне рассказать вам всю правду о Харви Денте. Причем словами комиссара полиции Готэма. Джеймса Гордона. Великий Бэтмен не убивал Харви Дента. Он спас моего сына. А потом взял на себя вину за страшные преступления Харви, чтобы я мог собственному стыду создать всенародного героя из этого ложного идола. И я восхвалял этого безумца, который пытался убить моего ребенка. Но я больше не могу жить с этой ложью. Пора, наконец, рассказать жителям Готэма всю правду. И пришло время мне подать в отставку. Скажите, вы принимаете отставку этого человека? И принимаете ли вы отставку всех этих наглых лжецов, коррумпированных тварей? Эти люди 8 лет сидели в Блэкгейт без права на досрочный из-за акта Дента, основанного на лжи. Готэму нужен был герой. Сейчас он нужен как никогда. Но вы предали все, за что боролись. Так бывает. Однажды наступает момент, когда система подводит тебя. Когда законы перестают быть орудием, они связывают руки, позволяют преступнику уйти. Однажды у тебя может наступить такой переломный момент, и тогда, надеюсь, рядом с тобой тоже окажется друг. Друг, готовый замарать свои руки, чтобы твои оставались чистыми! По-моему, вы по локоть в дерьме, комиссар. Вместе мы отберем Готэм у коррупционеров! У богатых! У тех, кто угнетал целые поколения и кормил нас мифами о небывалых возможностях. И мы возвратим его вам, народу. Теперь Готэм ваш. Никто вам не помешает. Делайте, что хотите. Только начните со штурма Блэкгейта и освобождения угнетенных. Идите те, кто готов служить, ибо мы поднимем армию. Власть придержащие будут выкурены из своих развратных гнезд и изгнаны в этот холодный жестокий мир. Пусть попробуют выжить. Суд решит их судьбу. Мы разделим их богатство. Кровь их прольется. Вся полиция останется, поскольку научится служить истинному правосудию. Это великий город! И он все вытерпит! Готэм будет жить!